Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы – одна из составляющих национального проекта, направленного на развитие малого бизнеса. Сегодня в столице Чувашии состоялся обучающий семинар. Его организаторы – корпорация малого и среднего бизнеса, акционерное общество, МСП «Банк» и наше Министерство экономического развития. Темы – меры финансовой, гарантийной, лизинговой поддержки для тех, кто решил открыть свое дело или хочет расширить его. Отдельное внимание было уделено развитию сельскохозяйственной кооперации. Представители компаний представили свои программные продукты, благодаря которым бизнес-сообщество может получить господдержку в сфере кредитования лизинга-поручительств. В рамках семинара прошли круглые столы. Что же касается сервисов для действующего бизнеса, конечно, здесь самый актуальный вопрос – это где взять деньги. Бизнес-навигатор поможет без проблем получить все возможные, отобразит кредитные продукты различных банков, покажет условия действующей инфраструктуры поддержки бизнеса. Мы здесь говорим о льготных займах, о поручительствах.